проблем в микрорайоне Восточный накопилось немало. Обанкротившийся застройщик оказался не в состоянии выполнить свои обязательства. Часть домов так и не была достроена. А жители, которым посчастливилось въехать в свои квартиры, оказались без благоустройства. Проблема в микрорайоне Восточный с точки зрения благоустройства лишь в том, что там все земельные участки принадлежат застройщикам. Вкладывать какие-то муниципальные деньги и серьезные программы мы туда не можем. Но, тем не менее, работы по благоустройству Восточного ведутся. Год назад глава округа Андрей Иванов сделал ряд важных поручений. Об их исполнении перед жителями микрорайона отчитались его заместители. Осенью 2019-го была обустроена автобусная остановка спорткомплекса «Звезда» и сетевого магазина. Отремонтировали временный проезд от 15-го дома к 23-му. В ходе встречи также был затронут еще один важный вопрос. Строительство школы. Земельный участок уже подобран. Скоро начнется процедура его изъятия для муниципальных нужд. По нашим расчетам, процедура изъятия будет закончена в конце августа, если мы говорим, возвращаясь к 30-му. То есть до этого времени, может быть, раньше, земельный участок окажется в муниципальной собственности. Соответственно, после этого мы сможем земельный участок поставить в муниципальную программу и в госпрограмму для финансирования. По всей видимости, в 2021 году тогда может быть проектирование. Если все пойдет по плану, в 2023-2024 годах строительство школы будет завершено. Все поручения Андрея Иванова, сделанные в ходе велообъезда, выполнены. В микрорайоне появились недостающие контейнерные площадки. Территорию строительных городков огородили, обустроили тротуары, отремонтировали спортивную площадку, установили шумозащитный экран. Но на этом благоустройство Восточного завершено не будет. В тесном взаимодействии с жителями работы продолжатся. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».